знаете, даже очень хорошо, потому что вот стоишь и ничего не делаешь, а все-таки в памяти что-то отлаживается. Волга пытается сделать гадость. Есть люди, которые спешат, как мы, я, допустим, не замечаю такой рекламы. Но, в принципе, если это, конечно, эффективно, то почему нет? А кто это? А кто? Как тебя зовут, скажи, пожалуйста? Сам мультфильм, там, естественно, рассказывается, что требуется делать, что нельзя. И в главных ролях волк, тот самый, который будет вредителем. Ну, верно же, да?